центре города прошла акция «Поздравь женщину-водителя». Ребята добровольного волонтерского движения и молодежного парламента во главе с инспектором по пропаганде Новошахтинского отделения ГИБДД Александром Владимировичем Лебедянским дарили цветы и шоколад женщинам, сидевшим за рулем. Несмотря на солнечный весенний день, улыбки женщин освещали все вокруг. Мы вас хотим поздравить с 8 марта. Спасибо. Спасибо большое. Я могу ехать? Да. Здравствуйте. Мы хотим вас поздравить. Спасибо большое. Спасибо большое. Здравствуйте. С наступающим вас праздником 8 марта. Возьмите, пожалуйста. Слабая половина человечества с давних времен пытается идти наравне с мужчинами. Сейчас женщин-водителей практически столько же, сколько и мужчин, только водят машину они, в силу своей врожденной осторожности, гораздо аккуратнее. Дорогие женщины, с праздником вас! Ровных вам дорог, только зеленого сигнала светофора и внимательных пешеходов!